В Магадане презентовали новое антисептическое средство «Зуна». Это новозеландский санитайзер, который на 99% состоит из воды. При этом, уверяют эксперты, убивает всех микробов, в том числе коронавирусную инфекцию. Так в чем же уникальность нового средства? Во-первых, рассказывают специалисты, пролонгированность действия. Антисептик действует до 24 часов. При этом человек может мыть руки или наносить крем. Кроме того, есть средства и для бытового применения. То есть этим вы можете обработать телефон, свой компьютер, рюкзак ребенка, все что угодно. И на любой поверхности это средство действует до 30 дней. Мы, когда привезли в Россию, прошли все испытания вне дезинфектологии Роспотребнадзора. И наши средства получили свидетельство о государственной регистрации, находится в реестре Роспотребнадзора. Соответственно, мы имеем право продавать его на территории Российской Федерации. Уникальность вещества также заключается в том, что оно убивает вирусы и бактерии физически, поэтому у патогенов не вырабатывается иммунитет. Средство можно купить в интернет-магазинах, а также на сайте производителя.